все, кто меня смотрит. Сегодня ролик хочу посвятить опять зоне верхней губы, которая с возрастом начинает проявлять себя не очень хорошо, и нас это начинает беспокоить, меня в частности, мне это уже начинает не нравиться. Но что сделать? Старение, к сожалению, не остановить, но я так думаю, что мы все-таки можем прибегнуть к каким-то косметическим уходом за нашим лицом и постараться сделать так, чтобы наше лицо все еще оставалось более-менее в хорошей форме. Значит, верхняя губа, к сожалению, начинает проявлять себя так называемыми кисетными морщинками вот в этой области. И в связи с этим, конечно, я время от времени стараюсь делать всевозможные масочки для того, чтобы напитать вот эту вот зону около губ всевозможными полезными микроэлементами, которые, в общем-то, действительно полезны для губы. Значит, вот сейчас я уже здесь вот приготовила вот такую вот смесь, что у меня здесь находится. Я здесь употребила 2 ложечки творога, ну, максимально, сколько можно, максимальной жирности, так сказать, и положила ложечку чайного меда и добавила пару ложечек сметаны, также жирной. Это очень вкусная и приятная маска. Я приготовила вот такой вот тампончик, смоченный в оливковом масле. Просто намочила эту салфетку в оливковом масле и сейчас буду удалять помаду. Нейтрализирует наши губки. Ну вот сейчас вы видите, что уже прошло 15 минут, и я удалила полностью со своих губ. И как-то так, знаете, что-то хочу сказать, чтобы почувствовала себя уже более веселее, наверное. Но что могу сказать? Эту маску, конечно же, можно делать несколько раз в неделю. Маска очень вкусная и, конечно же, очень полезная. Хорошо работает вот для этой зоны и, конечно же, над нашей верхней губой. Поэтому я очень рекомендую вам ее в повседневном уходе за своим личиком. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте свои лайки, подписывайтесь. Мне всегда очень приятно, когда вы оставляете свои комментарии или же задаете какие-то вопросы. Буду рада снова вас видеть на своем канале. Желаю вам всего самого хорошего.